Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем, внезапно, почему бы нет, мы продолжим одну серию, еще поиграем в Postal, потому что, почему бы нет, собственно, оказывается, игра не сохраняется, опа, погромче себе сделаю чуть-чуть, игра не сохраняется, пришлось перепроходить по новой, потому что никаких сохранений нет, есть только чекпоинты, потому что сейчас я, собственно, один раз проиграл в этой тюрьме, меня там застрелили, представляешь, застрелили, короче, захерачили меня с пистолета, и все. Из чекпоинта она началась. Но у нас осталось еще два задания. Почему, собственно, их не сделать? Почему, собственно, их не выполнить? Звук в игре странный. Он не настраивается. Я не могу настроить звук отдельно, потому что звуки выстрелов охерительно громкие, а все остальное недоступно. Все остальное не показывается. Это очень сильно рано. Альфа, мальфа, хер альфа. Все вот это вот очень сильно ранняя версия. Поэтому этого здесь ничего нет. Есть разве что куча граффити. Я не знаю, откуда они берутся, но здесь их просто миллиард. Тут на каждом доме, бляха, по граффити. Тут граффити, там граффити, здесь граффити. Кто их рисовал, не знаю. Лучше бы они добавили субтитры, но, судя по всему, граффити рисовать проще гораздо, поэтому. Люди почему-то стоят, люди почему-то подвисают, но мы не обращаем на это внимания совершенно, потому что зачем нам это нужно? У нас с тобой... О, прям целиком. У нас с тобой два задания есть. Это работник канализации и... как это называется? Пойматель животных. Нам вот сюда, собственно, на АЦ. Давайте я развернусь куда? Мы сейчас смотрим сюда-туда. Нам нужно, получается, направо и до упора. Окей. В принципе, можно взять тачанку и прокатиться на ней, потому что это веселее, это проще, это быстрее. Это забавнее. Успеем рассмотреть много окрестностей, успеем рассмотреть много всего. Насколько я знаю, здесь все, в принципе, совершенно пустое. Здесь ничего особо интересного нет. Просто чисто понапихано, чтобы как бы было, потому что... Я, кстати, не нашел... Серьезно? Я, кстати, не нашел дробовик, потому что его там типа тупо не было. Я не понял, почему, но да ладно. Не было дробовика в тюрьме. Либо я его просто не нашел, либо как-то иначе. Нету дробовика, представляешь, нету. Нет дробовика, и все, что хочешь с этим, то и делай. Ну, нету и нету, ладно. Я не думаю, что в животных нам придется стрелять, потому что это не надо так. Зачем стрелять в животных? Я не понимаю, почему они, короче, подвисли. Может быть... Да вот, хорошо, видишь, сразу все стали двигаться. Сразу стало хорошо. Как только появился в руках пистолет, сразу... Ох, нихера себе, броня! Это жестко, это на 200, это спецназовская броня. Еще... Вот это красиво вообще. Это жестко, да, это на 200, это спецназ... Ой, курительная трубка, серьезно. Курительная трубка восстанавливает 200 здоровья, но вызывает привыкание, но как бы, если мы будем курить в меру, потихоньку, полегоньку, по чуть-чуть, то, возможно, никакого привыкания у нас не будет, правильно? Говорю, правильно. Так, Anus Inn, кстати, это гостиница такая интересная. Я так понимаю, Inn означает гостиница. Я не знаю почему, но везде, где гостиница, написано Inn. Anus это просто такое название. Возможно, это какая-то аббревиатура. Я даже, ну, как бы, ну, мало ли чего. Мы же не поймем этих американцев, каких там аббревиатур. Кто-то, кстати, писал по поводу того, что Postal это чисто американский юмор, а чисто... Что? Чисто все вот... А, это нельзя бить, блядь! Это нельзя! Спокойно! Ой, я испугался! Бляха, они переработали собаку. Сука, там был бульдог в прошлой части, а это, короче, собака. Это жесткая собака. Это очень жесткая собака. Это собака в жизни, им отрубают хвосты, чтобы они были злые, просто да обосраться какие. Так, а что мне с ней делать, собственно? Извини, конечно, но о чем с тобой делать? Что с тобой делать, скажите, пожалуйста? Что с тобой делать? Ты будешь меня атаковать, да? А, подожди, ты не будешь меня атаковать. Сейчас мы починимся с тобой. Make a friend, так, на. Я make a friend тебя, на. Ну, дурачок, ну ты глупый, на, make a friend, на. Где? В смысле? Где? Ты make a friend или что? На еще. О, нет, смотри-ка, со мной, пошли за мной. Все, я make a friend. Ну, как бы, сейчас ударил потом по этого, как метод кнута и пряника. Я тебе говорю, кругом одни граффити, здесь просто миллиард. Я не понимаю, зачем, не понимаю, для чего. Путает теперь кондиционер. Так, ладно, я здесь. Нет, мне еще дальше. Мне еще дальше. Какая-то странная собака, неблагодар... А, здравствуйте, пойдем. Я думал, она неблагодарная скотина, потому что я ее вроде как покормила, она типа взяла от меня и ушла. Edensin Archives in Book Supply.
Хорошо, ворвался. Я так понимаю, все эти книжные, всякие библиотеки, гостиницы и прочее, они будут доступны для игры, когда игра выйдет. А я надеюсь, что она выйдет, потому что найти твою мать. Но игра должна выйти, она обязана выйти в конце-то концов. Как же без этого? Пока люди не реагируют ни на удары ногами, ни на... Что такое? Спасибо. Что вы на меня смотрите? Я ничего не делал, просто само по себе стекло разбилось. На улице давление жесткое. Так, это у нас что? А, это знаменитый... Нет, я думал, это китайский ресторан. Хотя это он и есть. Это и есть знаменитый китайский ресторан. Почему бы нет? О, постел, хорошо. Вот эта превьюшка на постел прям будет замечательная. Внизу подписать постел и будет прям хорош. Либо тебя. Нет. Но это китайский ресторан, тут по нему видно. Люди довольны, люди смеются, людям весело. Где только повар, непонятно. Подожди, китайский ресторан и бар во второй части не были ли они тоже в одном месте и в одном здании? Кстати, не помню. Не помню, но... Ой, так это то же самое здание, это 100%. Это же то же самое здание, 100%. Потому что вот это место я помню. Здесь, по-моему, еще был какой-то шкаф. И там лежал, по-моему, дробовик. Бляха, ну вот это место я узнаю. Хотя не факт, что это одно и то же. Здесь, кстати, была где-то бычья голова или коровья. Ее можно было... Сейчас здесь капуста. Ее можно было подобрать. Или что-то вроде как. Что-то вроде тут. Непонятно. Короче, ладно. Здание знакомое. Вроде город другой. Здание однотипное. Ну, типа, знаешь, как дома. Во всех городах у нас все дома одинаковые практически. Построены по одному типовому плану, сценарию. И выглядит совершенно одинаково. Разве что обои отличаются, поэтому, собственно. Камень true. Видишь, она говорит true. Говорит, правду говоришь. Правду говоришь, потому что, как бы, ну, правду я всегда говорю. Такого не, то нельзя же врать. Просто нужно взять и сказать правду, осмелиться. Так, ну, пойдемте. Хватит уже. Хватит сесть, кумять. Пойдемте срочно устроимся на работу ловителем животных. Я думаю, что ловить мы будем кошек, потому что никого больше в этой игре ловить. Да где? Потому что никого больше в этой игре ловить нельзя было. И вряд ли можно будет сейчас, потому что это ранее альфа, опять-таки, ух, игровые автоматы. Но это все одно и то же, серьезно. Все здания одни и те же. Они просто перетащили здание на... Ой, ну да. Они перетащили здание, игру и все, в принципе, на другой движок. И все. Тупо другой движок. Хотя это может быть... Нет, по-моему, это другой движок. Это же Unity какой-то. Второй пост уже не на Unity, на каком был. Они их просто по-разному раскидали, а так это одно и то же. Значит, где-то есть стадион со слонами. Значит, где-то есть канализация. Вот эти все вот... Что это? Это знаменитый пожар. Но пожар был в Симпсонах, по-моему, нет? Но я слышал, что что-то горит. Я слышал, что кто-то горит. А, ну да, что-то горит. Что это такое? Тир? Так, еще одного друга, может, заведем? На. Ой, да не жри сам-то! Сам-то зачем жрешь? На. Зачем ты жрет сам? Так, а может это и есть поимка животных? А, ну так это она и есть. Я думал, это тир. Эй, кто-то есть? I'm your new wildlife reclamation expert. Ну, короче, он устраивается с работы, если что. Just in time. I was feeling a bit peckish. I'm this town's local animal catcher, and you're my new associate. We've got a quota of specific wildlife to meet today, and I'm busy in here doing, processing. So you'll be handling the legwork. Now tell me, do you have any past experience with handling felines? In a manner of speaking, yes. Я нихера не понял, но он, скорее всего, объясняет мне, что нужно привести ему животных, нужно их поймать. What was that? Cats. You gotta grab those pussy cats to collect them. When you bring any cats back, just dump them in that chute over there. You understand? Seems simple. Окей, поймаешь кошку, положи ее сюда. Got a dog quoted me. Grabbing them doesn't work so well. So maybe you can try those dog treats over there to make them friendly to you. When you bring them here, lead them into that feeding station. I'll take care of the rest. You got that? Sure. Окей, приведи собаку Excellent. И кота. You're doing a fine service for this community, amigo. Oh, and, by the way, there's no trouble in bringing back any wildlife DOA. Dead? Is that what that means? Well, fresh or not, the quota's a quota. Now hurry up. I can feel my stomach grumble. Бляха, собака, я не специально, так, кошка, подожди, я взял кошачью мяту, да? Ой, извини, пожалуйста, друг, но тебе нужно сюда, извини, пожалуйста, я не специально, Серёга, иди сюда, пошли, пойдем, не бойся, здесь и ничего тебе страшного, надеюсь, я не сделают, а может быть и сделают. Так, есть одна кошка, спокойно, и раз, хорош, кошка.
Я не думаю, что с ними здесь делают что-то хорошее, но будем в это верить. Будем верить в то, что с этими животными ничего страшного не произойдет. Я думаю, что пока мы просто так ловить это все... Ой, серьезно? Серьезно? Это серьезно, да? А у меня есть спички-то? Ой, я сейчас сгорю нахер. Нет, я не буду это делать. Подожди, у меня есть спички. Альтернативный огонь. Ну, конечно. Альтернативный огонь работает. Я думаю, что не будем собирать просто так специально. Хотя собак вот нужно приводить. Вот собак прям нужно... А, тут их прям куча всего. Так, ну-ка, секунду, на-ка. На кошачью мяту. Раз. Два. И кошачью мяту назад забрал. Так, хорошо. Идешь сюда. Пойдем. Пойдем за мной. Тут животных прям куча, да? Пошли, 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 пошли. А они специально здесь все зареспавнились. Короче, двух друзей завести нельзя. Можно завести только одного, я имею в виду собаку. Типа одну привел... Одну поставил, одну привел, одну поставил, одну привел, одну поставил. Я ничего не могу с этим поделать. Этих собак забирают туда, где им будет лучше. Их там будут кормить, у них там будут друзья, с ними будут играть, с ними будут заниматься. Им будет весело, им будет хорошо. Ни в коем случае ничего плохого с этими собаками не случится. Потому что, как бы, ну, мне же сказали, что ничего плохого не случится. Я думаю, что он сказал мне именно так. Я буду в это верить. Так, кошак. Хорошо, три кошака уже есть. Нам нужно... Ой! Спать скорее, что ты, блядь, кошку выкинул. Нам нужны собаки. Нам нужны еще две собаки и одна кошка. Вот нам. Здесь кошки какие-то дикие, они пока просто тупо бегают. Они пока просто тупо бегают, им, в принципе, на все насрать. Я не думаю, что в оригинале здесь будет все так же просто. Я думаю, в оригинале, говорю, в полной версии. Опять-таки, если она выйдет, а я буду в это свято верить. Потому что она не может не выйти. Сколько ж можно? Но я все-таки надеюсь, что в ней там что-то доработают и переработают. Кошек у нас полно. Кошек мы сдали, а собак, собственно, тоже. Так, раз, два, три. Хорошо. Осталась последняя собака. Не знаю, что нам дадут. Возможно, какой-то приз. А может быть, скажут, типа, ну ты извини, мы расплатимся с тобой. Потом? Потом, все правильно. Потому что чувак из тюрьмы сказал, да, я расплачусь с тобой потом. Потом расплачусь, сука, потом. Где собака? Пошли. Какую взять? Возьму. Это потому что черно-белая была моим первым другом. Я не хочу, чтобы с ней случилось что-то плохое. Но плохого с ними ничего не случается. Пошли. Пойдем. Я не думаю, что их забирают на шаурму или на шашлык, или на что-то такое. Нельзя есть шаурму. Алло, бля! Сюда подошел. Алло. Я не думаю, что шашлык из собак и кошек это что-то хорошее, поэтому из них делать этого не будет. Ты можешь нормально идти? Ты какой-то странный пес. Бляха, он прям странный прям полностью. Ты можешь нормально идти? Пошли быстрее. Пошли. Пошли. Вот так быстрее гораздо. Он реагирует на косточки. Тихо, убери ширинку. Я, кстати, нашел кнопку, мне, правда, про нее написали, что это С, расстегать ширинку. Она была написана в меню в управлении, но это было написано очень неудобно и очень незаметно. В этом, собственно, весь прикол, потому что оно написано под пробелом. То есть я смотрю, jump, это все рядышком написано, но расписано так, что нихера не видно. Нихера не видно, нихера не понятно. Все. Окей. Done. Готово. И все? И все? В смысле, это все? Hey, take as many of those dog treats as you'd like. Frankly, I'm sick of the stuff. Он говорит, забери из тебя. А я что-то не понял, где, блин, зарплата-то моя? Зарплата-то где? Кто мне будет платить зарплату-то, я не понял. Тот мужик, который мне работу давал? Я чисто на побегушках, приди сюда, и все? Так, колоботник канализации. Если, в принципе, идти по этой же дороге, то довольно быстро придем. Пока так. Пока нас оставили просто без зарплаты. Я не понимаю, почему. Мы же пришли за легкими деньгами. Мы пришли, чтобы заработать, так сказать, кэш. По-быстренькому. Очень-очень-очень много и очень-очень просто. Но нам нихера этого кэша не дают. Потому что, бляха, мы просто ловим собак. Мы просто ловим кошек. Мы просто ловим преступников назад в камеры. А нам говорят, блядь, чувак, извини, пока никак, пока потом. Пока-потом, пока и все. Что за Сквидвард, сука, растет? Пока, говорит, чувак, извини, мы отдадим тебе все потом. Ну, не знаю, как он вообще соглашается. Мне кажется, что он не должен соглашаться на такую херню. Это же развод. Это же явно видно, что это развод. Нас просто тупо разводят. Над нами просто угорает, нам никто ничего не даст. Мы сейчас просто так сходим, блядь, выполним чужие поручения, и все. И все, и больше нам ничего и никто не даст и не дадут. Где эта сраная канализация? А я могу шить? Серьезно, не могу? Он сыпся.
Ой, извини. Ошибка. Что такое? Что такое? А, это лук. Фу, я думал, что полезного продаешь, дурачок. А что, нельзя к тебе зайти? Ты что, серьезно? На. На, поешь. Подожди. Мне не нравится этот лук, поэтому я сделаю его так. Так будет немного свежее, так будет искриться на солнце, и все подумают, что у тебя самый свежий лук на свете, поэтому не паникуй. Я, наоборот, навел порядок. Порядок навел самый то. А, все, сюда, окей. Возможно, здесь будут какие-нибудь крысы или кто-то еще, кто-то жесткий. Но мы когда путешествовали по канализации второй части, там ничего веселого не было. Был какой-то завод с какими-то отходами. Загрузка? С какими-то отходами, с чем-то еще. Но ничего особо интересного там, конечно, не было. Так, я возьму, пожалуй, дробовик на всякий-то пожарный. То есть это нужно просто почистить. Well, is this a visitor I see here before me? So are you picking up or dropping off? I'm here for the job. And what job is that? Subsurface sanitation attendant. That must have been a typo. You're a sewer worker, bud. A crap cleaner. A shit shoveler. You'll be wading knee-deep in the excrement of this town's fine citizens. But don't think your hard work is going unappreciated. I'm sure the people up there are thinking of us real thankful-like every time they do their business. Now, the jobs you're gonna do are real simple for real simple folk like yourself. I'd help you, but I got a break coming on. Just head through that door, and I'll keep in contact over the radio. Also, if you see any of them other schmucks I sent earlier, tell them they're fired. Не, ну все понятно. Он обозвал сначала дерьмосбирателем и прочим. The kind of stuff that'll kill you real quick. So don't forget to put on your hazardous environment suit. But I don't have a hazardous environment. Quit wasting time, son. You're on the clock now. Типа нет каких-то инструментов, но типа не воё, там не ори, все вот это вот, все вот это вот. Короче, он сказал, что работа весьма простая, очень простая и очень простая в принципе. Осталось ее только выполнить и понять, какая она. Он сказал, что будет связан со мной по рации. Скорее всего, мне нужно сжигать мусор. Скорее всего, потому что я видел вот эти вот кучки мусора некрасивые. Так, ну давайте попробуем. Если это так, то это так. Если нет, то нет. Работает? Не, ну а чем можно еще заниматься в канализации, скажите, пожалуйста, кроме как сжигать мусор? Оно вроде как горит, но я не уверен, что это работает. А куда он вообще ушел? Подожди, он же стоял здесь, в смысле? Он пошел в эту сторону и пропал. Я хер его знает, по-моему, это не сработало. Так, ладненько, продолжаем, продолжаем выяснять. О! Чё-то, короче, иди вниз, и я расскажу тебе... А, это вот от них защищать канализацию нужно? Это вот прям от них нужно защищать канализацию, да? Я не уверен, но он сказал, что скажет мне больше, как только я вроде как спущусь. Ладно, давайте попробуем. Ну, в принципе, здоровье до хера, брони до хера. Здоров, пацаны. Здоров, пацаны. О, рыгает. Ты что, дурачок? Зачем ты рыгаешь? Куда ты смотришь? Там нет никого, я уже ушел. Я уже ушел, дружище, я уже ушел. Так, на какой кнопке у нас этот, это не то. Это пистолет, это дробовик. На пятерке, хорошо. Я чисто попробовать. Если да, то да, если нет, то нет. Я типа спустился, он должен рассказать мне сейчас больше, но ничего мне не рассказывает. Пацанам весело, пацаны горят. Пацаны в огне. Гномик тоже не работает. А, может быть, что-то написано? А, light bulbs, pipe globs, pump parts. Свет, кран и насос. И что это значит? Бля, пацаны, извиняйте, получается, я вообще не хотел. Я вообще не для этого, я вообще не специально. Это серьезно. Может быть, там, где горит красным, там все плохо? Пока непонятно, ладно. Будем искать. Короче, пипки, хирипки и все нормально. Вот одна станция. Это длинная миссия. Это большая миссия. Pumping Station. Окей, хорошо. Так, аптечка. Зачем? That's the stuff. Это ничего страшного. Я понял. Я думал, я отравился. Но это же какая-то кислотная херня в канализации.
Тебе нужно вернуть запчасти, собственно, я так понял. Все они находятся где-нибудь здесь. Вот здесь. Короче, нужно спускаться в воду и каждый раз подбирать новую запчасть. Больше одной запчасти унести я не смогу. В этом весь прикол. Осталось понять, где они и найти их. Внизу, короче, что-то все расплывается, но там всякое что-то есть. Если я нырну, то выплыть я смогу только вон там. А может быть и тут. Ага, в смысле? А как же я буду их доставать-то? Блядь, в том-то месте я нырнул, нормально все со мной было? В смысле, что за бред? О, бляха! Аж сам отравился, сука! Аж сам отравился! Так, есть аптечка, хорошо. Есть аптечка, вижу кран. Один кран есть. Но здесь больше нет дверей! В смысле, какой нахер кран? Это один кран на все, серьезно? Нет, еще не все, в смысле еще не все. Иди, твою мать, серьезно, что ли? Хорош. А зачем? Ты дурак, что ли? Да какой же ты дурак? Ну кто додумался на shift сделать остановку? Я нажал на shift, он пошел медленнее. Вот shift. Вот shift. Вот shift. В смысле? Какой shift? А че? Так, еще один насос. Хорошо. Насос, кран. Бронежилет. Ну, бронежилет мне не нужен. У меня есть бронежилет хороший свой. В нем еще 165 запаса. Главное, ничего не пропустить. А я так понимаю, так, секунду. М. Ничего не поставлено. Ничего не поставлено, все это нужно где-то искать. Но тут так-то не так много комнат, где все это можно подобрать. И куда дальше? Сюда дальше? Пойдемте. Это просто переход. Может быть, мы пошли в одну сторону, а там еще есть куча других сторон. Там вон есть выход. Или мы сможем это... Чего? Или мы сможем это все откачать, например. И спуститься чуть-чуть ниже. Было бы логично. Really works. А что, ты с прошлой аптечки не залечился? Ты что? Там столько нихера себе аптечки было. Там что-то написано, что-то нарисовано. Там секретики. Секретики я вижу, я знаю. За трубами, сука, что-то есть. Что там? Так это записка. Ай, конечно, естественно. Ну, конечно. О, ну секретики, это естественно, без проблем. Ой, тут пицца и что-то еще, и телевизор. И короче, сука, тусит. Понятно, тусит. Ладно, хорошо. Это пасхалочка. Пасхалка есть даже в Альфе, представляешь? Опа, что там? Опа. Ой, это хорошо. Это полное здоровье. А, курительные трубки вызывают привыкание, нас предупреждает сама игра. Мы об этом в курсе, мы об этом знаем, поэтому мы ими не пользуемся. Да эти-то запрыгни на. Запрыгни, сука! Вот так-то. Это секретная комната, но она бесполезная. А, действительно, она секретная. Секретная, но бесполезная. Так, ну хорошо. А, как минимум один насос у нас уже есть. Мотор. Кран. Я тебе, собственно, так и говорил. Я тебе так и говорил. Спустился на уровень ниже, получается. Хорош, окей. Ну, поплыли. Ага, бля! Да больно, да больно, крэп. Дерьмо. А где вход? Вот вижу вход. Спокойненько. Ну, в принципе, каждый раз, спускаясь на уровень, мы зачищаем один этаж, собираем припасы и возвращаемся назад, спускаемся ниже. Без проблем. Это несложно. Есть пипка одна, хорошо. Это пипка, правильно я понимаю? Это же пипка. А нет, это кусок насоса. А пипка что такое? Пипка это какой-то затвор или вроде того. Так, аптечка и кошачья мята. Хорошо. А ты аптечку-то на заранее что ли берешь? Или просто так ее применяешь? У тебя же нет здоровья, это отсутствующего. Во второй части он не применял аптечки, пока здоровье, блядь, было полное. Если что-то их применять, прям просто так. Что за херня, я не понимаю. Что за херня? Так, я откуда? Не понял. Откуда? Отсюда? Отсюда, пошли дальше. Нужно просто по кругу шататься. Ходишь, ходишь по кругу, ходишь по кругу, собираешь, по кругу, собираешь, по кругу, собираешь. И все, проблем-то не видишь. Так, там мы были. Там мы были, хорошо, но туда не нужно. Значит, нужно куда-то сюда. Спокойно, не падаем, сука. Так, а куда тогда? А-а-а, там больно, блядь, вонючее говно. И куда нам теперь? Там мы точно были. Там ничего нет. Там он еще одна дверь горит. Хорошо, я вижу. А, даже какая дверь, мы там тоже были. Тут всего один вентиль на весь этаж, что ли? Серьезно?
Один вентиль на весь этаж? Ну, походу, да. Но это неправильно, это мало. А, так подожди, мы его крутанем, конечно же. Я же понимаю, вентиль отвечает за эту херню-то всю. Ты один вентиль крутишь, спускаешься на уровень ниже. Там ты подбираешь последний мотор и еще что-то. Как-то так, наверное. Да. Окей, еще кусочек. Еще кусочек спустились ниже. Вот здесь нахуй уже, короче, прыгать. Здесь опасно, здесь больно. Вижу раз, вижу два. Отлично. Еще две части. Но нам не хватает много частей, если уж на то пошло. Гадость какая, сука. Не понял. Я думал, здесь лестница. Так, а это что такое? Нет, серьезно. Мы практически добрались до основного входа. Так, ладно, сейчас берем еще один мотор. Еще один мотор, скорее всего, спустит еще ниже, потому что одному мотору не хватает спустить воду до конца. В этом я прям полностью уверен. Бляха, целая аптечка, сука, на 4% здоровья. Ты че такой растрастый-то? Ты че такой неэкономный, ты чувак, ты че? Почему не мы... Ох, еба. Вот это вообще неплохо. Это вообще хорошо. Это прям замечательно. Это прям огонь. Ну, сука, это шмаляет. Ладненько, еще один мотор появился. Ну да, по-любому, короче, с одним мотором... Да я, да мать, так хватит с этой херню-то залазить. С одним мотором не хватает ему справиться. Ну здоровье до хера, ничего страшного не случится, мы ничего не потеряем. Каждую секунду он тратит примерно где-то 5 здоровья вместе с бронежилетом. Ну типа, бронежилет плюс здоровье это 5. Каждую секунду он теряет столько. То есть, да куда ты, блядь, полетел? Совсем дурак. Совсем дурак. Во, другое дело. Окей. А чё так до? Это только 4 этих было? В смысле? Теперь нужно идти что-то сломанное чинить. Ну а теперь-то чё? Теперь я могу бегать по воде, нет? Я могу теперь ходить по воде, я же всё спустил. Да, могу, наверное. Она тебя даже не ядовитая. Ну, конечно, нет. Мейн... Дрейн. Основной дренаж. Ну, погнали. Так, где мой? Спокойно. Где соперники? Почему мне никто не мешает? Мне должен кто-то мешать, 100%. Бляха, почему на shift остановка? Я, типа, все время бегу? Я ж тебе сказал, какие-нибудь крысы. Какие-нибудь крысы будут. Че так подлетают-то? Это, блядь, термоядерные какие-то крысы жесткие прям. Нужен дробовик, наверное, под них, потому что с автомата что-то жонько. С дробыша разочек раз, и все, и нет крыса, 100%. Смотри, 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 смотри быстрее, смотри. Так, нихуя, опе, хорошо. Бляха, патрон для калаша, серьезно? А это что, гранаты? В смысле, это что, гранаты реально? Да, это гранаты! Ну-ка попробуем. Зачисти! Это нужно зачистить. Так, а тут наверху чего? Каждую из красных нужно зачищать или что? А, нет, закрыто. Окей, чекпоинт. Нахер он тут нужен? Ну туда я не полезу, это 100%. Подожди, может это взрывается? Here, catch. На, лови. Натуре взрывается. Go on. Продолжай, говорит. Хорошо. Here, catch. Держи. Ooh, that looks satisfying. И чё мне это дало? Это нужно было... Да ты угораешь, что ли? Алло, бляха, я с самого начала это говно поджигал, он не горело. Я же поджигал бензином, сука, какого хера оно не сгорело? Чё за бредни-то? Ты мне тебе предлагаешь назад, что ли, возвращаться? Бляха, в натуре возвращаться назад, ну да ты чё? Едит твою мать, ты издеваешься? Ладно, хорошо. Или это не считается? Не, потому что та куча, наверное, не считалась просто. Ха-ха, и всё. Та куча не считалась, делов-то.
Мы же еще не зашли в канализацию в прошлый раз. Я просто выйду, посмотрим. Смогу ли я вообще выйти? Получится ли у меня это и как бы засчитается чего? А, подожди, я все спустил теперь. Да, насосная станция. А, так все нормально теперь. Хуй ты смотришь на меня? Чего ты смотришь? Я расчищаю только канализацию. Чувствуешь, как не воняет больше? Ты чувствуешь, как теперь больше не воняет? Красота! Наладил все, просто красиво, теперь все работает, все очищается. Нужно теперь вон туда идти. Ладненько, хорошо. А эти кучи не считаются? Они должны быть мне благодарны, просто обосраться как сильно. Я зачистил, я спас. Я понял, это замена лампочек. Теперь нам нужно заменить мигающие лампочки. Обосраться, просто обосраться. Мы работаем полностью все, одни. Он вообще не работает. Он вообще не работает никак. Я принял кошачью мету, нет? Надо держать. Так просто будет немного проще. Где ящик? Так будет проще. Да в смысле? Да убери это кольцо, что так страшно-то? Блять, я теперь не вижу лампочек мигающих. Да серьезно? О, началось, бляха. Иди сюда. Да пододвись, это я должен лампочку поменять. Блин, так недолго действует. Как ее подвинуть? Давай, давай, давай. Вот, другое дело. Вторая лампочка. Всего нужно 7, осталось 5. Еще кучи надо с дерьмом разгребать. Разгребать кучи с дерьмом, серьезно? Крысы! Нету ни одной. Где все крысы? Так много нихера силута здесь. Double your power. Умножь свою мощь. Так, вот вижу. Тихо. Бля, тихо, 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 тихо. Ты нормальный, нет? Адекватный? Ой, а где у тебя? А у тебя нету. А что с тобой? Ебать, ты живешь в этом просто терроризерном мире. Пошла нахер. Так проще. С дробяком. Спокойно. Спокойно. Да хорош! Они же не двигаются. А, так его можно взять. А я откуда знал, мне говорил, что можно ящики таскать. На Е берутся ящики, прикинь. Где она? Хорошо. Так а здесь можно залезть? Да ладно, ебать! Это поворот. У тебя тут лампочки нигде не завалялось? Сейчас, подожди, я починю все. Сейчас все поделаю. Сейчас все красиво натворю. Надо еще кучи не пропускать. Тихо, 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 тихо. Это мое. Это мое, тебе это вредно, я тебе отвечаю. Тебе вредно, понял? Я тебе расчистил проход, чтоб тебя не воняло здесь всяким говном. Ты что, за мной ходишь? Ты за мной не ходи, слышишь? Ты за мной, блядь, не ходи. Тебе за мной делать нечего. Я тут занимаюсь опасными вещами. Ты так можешь умереть. Не, ну лута здесь, конечно, просто миллион. Вагон. Ай, бронежилет опасный. Лута прям обосраться. Я не знаю, куда его девать. С учетом того, что игра скоро закончится, потому что... Ага. Ага. Вот это хитро, конечно. Хитро, спокойно. Вот это, ебать, загадка. Просто логическая игра, понял? Нужно решать загадки. Не просто бегать, а загадочки решать. Где мигает-то? Блять, пропустил. Так, иди сюда. А если я опять где-то пропущу лампочку, я не могу. Они ведь мигают, в этом ничего страшного. Лампочки в канализации всегда мигают. Нужно слушать прям. Так, тут у нас что? Твою мать, спокойно, 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 пацаны! Спокойно, пацаны! Да иди, твою мать, спокойно, говорю! Блять, откуда взялись-то столько? Так, бронежилет, это я помню, надо взять. Я надеюсь, что ни одной лампочки я нигде не пропустил. Потому что если я где-то лампочку пропустил, будет печально. Или 125% трубка восстанавливает, я не помню. Куда крысту, что? Как дам сейчас понять? Вот ты летишь, вот ты летишь, кого ты... Ты что? Да в смысле? Стоп! Чё за дела, блядь? Почему она не умирает? Так, мне нужен ящик. Нужен ящик, иначе я не пройду. Скорее всего, тут еще и сдохнуть можно без проблем. Не, ну миссия, конечно... Вот эта миссия слишком затянутая.
Здесь либо нужно больше добавлять экшона какого-то, либо больше сложности, либо что-то. Потому что она пока что слишком затянутая. Слишком! Иди отсюда. Иди вниз, сказал, иди вниз. Слишком затянутая пока. А, бля, серьезно? Ай! Тихо. Бляха, на это тебя не долезу теперь. Или долезу, подожди-ка. Блять, не долезу. Или долезу. Я не понимаю, долезу, я не долезу. Долезть-то бы надо, потому что лампочка как бы мигает. Ладно, пойдешь со мной. Тихо. О! Ай, зачем ты упал-то? Хорошо, так. Так, внизу у нас чего тогда? Пойдемте вниз. Очень затянутая миссия. Очень затянутая. Ничего пока интересного не происходит, но миссия затянутая. Хорошо. А это что такое? Мачете? Пошла нахер. Так, сколько три лампочки осталось? Три, хорошо. Три лампочки и куча-куча говна. Целых четыре кучи? Да, четыре кучи говна. Но одна была на входе, больше я ни одной не видел. Либо на входе не считается, и все остальные где-то здесь. Либо я даже не знаю. Я надеюсь, опять-таки, что ни одной лампочки я не пропустил. Потому что, блядь, если я пропустил хотя бы одну лампочку, будет плохо. Будет печально, придется возвращаться по новой, весь круг проходить. Нужно внимательно слушать звук. Вот этот мигающий лампочки звук, его нужно слушать. Ага, хорошо, тихо. Ну ты видишь, что крысы отвлекают? Эй, что такое-то? В смысле, блядь? В смысле, я не понял? О! Так, отлично, две лампочки. Ну, блин, в принципе, конца еще не видно. Начало тоже. Значит, что я еще успею, наверное, две лампочки поменять. Надо было ящик с собой взять. Так, тут ничего не мигает. Ну вот и все. Можно, в принципе, одну трубку применить, потому что их куча. А где анимация курения трубки? That's quite the addicting substance. 125, прикинь, вспомнил, красавчик. Так а где анимация курения трубки-то, я не понял. Это же все-таки новый движок, здесь вполне себе, наверное, можно прикрутить анимацию курения трубки. Чувак берет и курит трубку, в чем проблема? Это же должно быть красиво. Заебись, и норм сразу. Так, еще одна мигающая лампа, хорошо. Дотянешься? Бляха, мне кажется, все-таки где-то я одну пропустил. Это будет очень обидно. Очень, сука, это будет обидно. Очень. Надеюсь, что этого не произойдет. Ну, блин, ладно. Пока что все хорошо. Пока что все нормально. Пока что все красиво. Ящик я возьму с собой на всякий пожарный. Так, опять пацаны. Да, хорош. Хорош! Ничего не пропустил. Красавчик. А, блядь, что такое? Что такое? Что такое? А! Это больно, блядь. Это больно! Алло! Красиво. Хорош! Вот это называется красавчик. Где все мусорное говно? Да-да-да. Осталось почистить говно. А где это говно находится, хер бы его знает. Дренаж пайпс. Ой, лопата. Его можно... Да, хорошо, сюда нельзя. Он говорит, что этим можно раскопать говно. Типа его можно взорвать. А, ну так, наверное, все понятно. А поэтому оно не копалось, потому что говно нужно либо взрывать, либо копать. А когда я его поджигал коктейль, этим бензином, ничего с ним не происходило, потому что, блядь, говно не горит. Говно нужно разметать по всей канализации, чтобы оно не заставилось в одном месте. И где, блядь, не столько говна взять? Мне сколько говна не хватает? Четыре говна не хватает, четыре говяных кучи. Где мне взять четыре говяных кучи? Короче, я так понял, я зря отсюда ушел, потому что я все обошел сейчас еще, блядь, два раза и ничего не нашел. Они, походу, все здесь, потому что вот валяется. Go along.
Грязь. Это она? Да, это... Окей, ладно, зря побродил. Ну ничего страшного, я все это нахуй вырезал, поэтому... Скорее всего, страшного ничего не случилось. Я ничего не вижу, секунду. Сейчас ты маленько сольется. Так, 5 из 7. Значит, они действительно все здесь. Там, где горит красным, там, значит, заложено, поэтому туда нужно взрывать. И последний вон там. Долетит, не долетит, хер его знает. Не долетело, ладно. Не долетел, значит, с другой стороны сейчас швырнем. С другой стороны ничего страшного. Вот куда-то вот так вот. Бля, ну почти трешечка. А, нормально, все хорошо. Так, хорош. Зачистили. Он, походу, сказал, что расскажет моему работодателю о том, что я пиздец красавчик. Так он, собственно, и должен поступить. Давайте я еще труп приму. Бронежилет у меня почти закончился, потому что я пока бродил, ходил, падал, прыгал. Ничего я не использовал, ящики никакие, просто чисто пробегал через этот парк, потому что он много не дамажит особо, а, блядь, времени занимает просто обосраться сколько. Поэтому возвращаемся назад к работодателю, я так понимаю, и он дает нам какие-нибудь деньги. Других вариантов у меня пока что нет, потому что никто из них мне ничего не заплатил. Ни тот, ни этот, ни в тюрьме, нигде вообще мне никто ничего не заплатил. Вот это там стоит, это типа графика издалека, понятно, чтобы никто не догадался, что... Чтобы я догадался, что там ничего не нарисовано. Они нарисовали типа графику издалека. Ну окей. Ну окей. Сейчас бы машинку было бы классно. Потому что без машинки мы медленно передвигаемся. А с машинкой довольно быстро. Здесь, кстати, во время загрузки в начале игры, когда я включал, был нарисован вот эта вот тачанка, вот это вот кресло. Но нарисовано было с каким-то пулеметом, что ли, с какой-то пилой, что-то типа того. Возможно, их можно будет прокачивать. Это, конечно, глупо, но чтобы нет. Но чтобы нет. Можно прокачать себе очень классную тачку. Ты прям будешь растекать на ней, и тебя все будут бояться, и ты вообще никого не будешь замечать. Классно же, ну? Пустые здания. Тоже замечательно. Пустые здания никого не мешают. Их наполнят. Я буду верить в это, я буду надеяться. Я, правда, не знаю, сколько... А сколько вообще они запросили, разработчики, эти денег? Сколько им нужно? То есть они вот выпилили вот... Заткнись, пожалуйста. Они вот выпустили вот эту версию. То есть это альфа с одним днем понедельником. Понятно, что здесь нихера не работает. Понятно, что как бы работают скрипты, но здесь нет сохранения, нет настроек, нет субтитров. Здесь нет ничего вообще, по сути-то. Это все нужно прорабатывать, но как бы это для одного дня, но все-таки это охереть какая большая работа. Сколько нужно денег, сколько нужно времени, никто не сказал. Какой-нибудь там, не знаю, этот, кикстартер там или еще что-то, где там деньги-то обычно собирают. Туда вроде как ничего не выложили, туда они вроде как не хотят, я даже не знаю. Возможно, они хотят чисто собрать в Стиме прям кучу денег и пусть с помощью предзаказов выпустить. Ну, я не знаю, но так оно не делается. Как бы, откуда ты знаешь, сколько твою игру купят в Стиме? А тут как бы на Kickstarter поставил, и люди быстренько скинулись, и все. Потому что я не думаю, что... Какие-то все агрессивные здесь, прям не пойдет. Нельзя уж с автоматом пройти с этим, блядь. Какие-то все агрессивные. Так вот, там же будет видно процесс. Они скажут, вот нам нужно столько-то денег, мы сделаем это за столько-то времени. А тут они ничего не сказали, тут они ничего не выложили, тут они ничего не сделали, и сколько ждать? И сколько, бляха, ждать? Скажите, что такое-то? А можно в него сесть-то? И сколько ждать, скажите мне, пожалуйста, сколько я должен ждать? Я поиграл в альфу, я прошел целый день, получается. Сколько мне еще ждать? Алло! Я хочу эту игру завтра, полностью готовую. Они скажут, нет, завтра не выпустим. Тогда я спрошу, а когда? И они не знают, когда. И ты не знаешь, когда. И никто не знает, когда. А кто знает? Хер его знает. Даже сами разработчики не знают, когда. Типа, ну когда-нибудь. Это не ответ нихуя. Нужно поставить конкретную цель. Типа, вот, соберем $1000, миллион. И выпустим через 3 дня. Да, блядь. Можно тебя поднять обратно? О, ты нихера себе прилегла на мой мотет. Прилегла на мой мопед такая. Мать, что ты? Раскинулась. Не, на самом деле, добавить транспорт идея очень интересная. Оно существенно уменьшает время хождения по городу. Возможно, когда здесь будет больше всего, когда будет город проработанный, здесь не захочется кататься на этом мопеде. Потому что вначале в постеле, ну, никому не охота было кататься ни на чем. Там и не на чем было кататься. То есть там спокойно ты бегал, что-то творил, что-то дичил. Там не такие большие локации были. Там было много всего, было много веселухи.
А здесь этого нет, поэтому приходится пользоваться транспортом. Надеюсь, что позже он появится. Ты куда? Ты куда? Тебе туда нельзя, нихуя. Так, я все выполнил, слышь ты? Во. Hello? Алло. Is anyone here? Hello? Ah, a new client. Come in, come in. Make yourself comfortable. Maybe loosen your belt a little. По-моему, это то же самое дело, что было в начале. Yeah, my wallet's feeling a little light right now, wherever it might be at the moment. You got any jobs that pay well? You're talking to the one and only Joseph. Это новый диалог? Son, finding work is то же самое. Speciality. I've got all the right connections in this town to put you into the right positions where you'll be obediently performing your duties, assuming you have the right talents, of course. Tell me, can you put your ankles behind your head? No. I see. Мне кажется, это тот же самый диалог. I'll have to refer я его скипну, пожалуй. Да, тот же самый диалог, и ничего не поменялось. Ладненько, в принципе, никто не обещал, что будет хотя бы что-то работать, но здесь хотя бы что-то уже работает, это уже неплохо. Давайте залезем повыше и закончим на этом с альфа-версией, с постелом, наверное, его выхода. Прикол в чем? Скорее всего, они будут выпускать по одному дню, по заданию на один день в течение какого-то времени, до тех пор, пока игра не выйдет полностью. Я, скорее всего, не буду проходить их у его по дню, потому что это неправильно. Постел надо проходить полностью за раз, когда он будет полностью готов, когда он выйдет когда-нибудь. Будем надеяться, будем ждать. На этом, собственно, все. Ссылка на плейлист на два игрушками в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Инстаграм, комментируйте, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, включайте все уведомления. Вот как я нашел. Нашел, короче, вставить вот эту фразу. Она, в принципе, подходит по ритму. И всем до встречи, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.